драгоценный Господь, мы Тебе поклоняемся. Мы благодарим Тебя, что Ты верный Бог. Ты хочешь, чтобы каждый из нас пропитался Твоей природой, отражал Тебя в каждом дне. И я благодарю Тебя, Боже, что Ты отделяешь для себя народ, народ особенный, ревностный к добрым делам, народ открытый для перемен, народ, знающий трубный зов. И Ты сказал, блажен такой народ. Я благодарю Тебя, что в этом блаженстве у нас есть доля, есть часть. Ты сказал, часть Господа, народ Его. Слава Тебе, возлюбленный, что для нас это так важно и ценно, понимать, что мы Твоя часть на земле. Может быть, мы не всегда это до конца понимаем, даже тогда, когда произносим или поем. Но Ты доверил нам свое царство, чтобы его распространять, чтобы его приводить в движение и в действие, Господь, в Твоих обетованиях. Я благодарю Тебя, драгоценный. Я благодарю Тебя, верный и живой. И Ты живешь среди словословия своего народа. И мы те люди, которые можем умножать славу Твоему имени. Мы те люди, которые можем опускать небо на землю. Потому что Ты живешь там, где Тебя славят и Тебе поклоняются осознанно. Пусть, Господь, ни одно слово песни не будет без смысла. Все, что сейчас было пропето, пусть оно будет иметь продолжение в образе жизни, в образе мышления. Для нас это важно, Господь, не оставаться там, где мы есть. И наша молитва к Тебе на старте этого служения, чтобы благоволение Твое, которое нам было явлено до сих пор, оно никогда не закончилось. Дай нам жить в благоволении и Бога, и людей. Дай умножать это благоволение своей верой, своим образом жизни. Я верю Тебе, Господь, но Ты сказал, что вера без дел мертва, и пусть в народе Твоем проявляются дела веры. Пусть в народе Твоем открываются новые источники, новые колодцы, новые порталы, Господь, и я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что лето Господне благоприятное наступило. Я благодарю Тебя, что мы и в сезонном лете также находимся и принимаем от Тебя эту благодать, Боже, жить в этот период летний, чтобы умножать плод в Твоем царстве. Слава Тебе, что Твои источники для нас не перекрыты, а открыты. Слава Тебе за то, что в нас живет Бог своим дыханием, своим смыслом. Но я прошу Тебя, Господи, пусть жажда в народе Твоем поднимается на новый уровень, на новый уровень. Господь, покажи сейчас каждому стоящему в зале, каждому, кто смотрит нас по экрану сейчас, покажи, какая температура сердца на данный момент. Пусть, Господь, сейчас эти цифры, они встанут перед глазами. Пусть каждый обнаружит, что уже позади, что пройдено, а что еще надо получить от Тебя, чтобы разгореться больше и ярче. Боже, я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас поговорил с каждым сердцем и дал заглянуть туда Твоими очами и посмотреть, насколько там горит пламя или оно тусклое. Я прошу Тебя, Боже, чтобы никто не удовлетворялся тем, что есть. Даже если это уже высокая температура, можно больше. Можно больше, Господь. Поэтому я прошу Тебя, зажигай уже не лампады, маяки зажигай, Боже. Так много заблудившихся в этих морях жизни. Нужны Твои маяки. Нужны Твои маяки, Господи, зажженные в океане. В этих бурных потоках нужны те, которые могут светить и не останавливаться. И я благодарю Тебя, Господь, что Ты знаешь, как поправлять наши светильники. Боже, я благословляю сейчас каждого узнать, как Ты видишь это пламя, каким Ты его видишь.
Раздуй его, Господи. Подыши на нас небесами. Подыши на нас своим сердцем, где это пламя горит всегда. О, май глория, комар, Давира Рапирос. Подыши, возлюбленной, чтобы ни один не остался на прежнем уровне. О, май хали сонер мернес. О, май глория, комар, Давира Рапирос. Боже, возбуди сейчас молитву в духе каждого человека. Возбуди этот молитвенный дух настолько, чтобы не молчали уста, не молчали уста, а могли говорить тебе: ты единый святой, ты воистину святой, но ты хочешь этой святостью делиться с теми сердцами, которые хотят большего. О, Боже, возьми нас в свой удел так ярко, так мощно, что образ жизни говорил: ты святой, ты святой, ты святой. Слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе. Ты, Господь Бог всемогущий, нет такой проблемы, которую бы ты не мог решить. Нет такой двери, от которой у тебя нет ключа. Я благодарю тебя, что твой народ сейчас тебе поклоняется и славит тебя сердцем своим. И признает твою святость для нас, той целью, куда мы идем. Боже, помоги нам раствориться в этой святости, стать одно с тобой. Расширь русло той реки, которую ты в нас наливаешь. О, Бог души моей, мы поклоняемся тебе сердцем своим. Святой, святой, святой Господь, вместе с вами поклонимся городу. Потому что ты тоже творение. И потому поклоняйся городу, поклоняйся городу своими жителями, своими гостями. Поклоняйся городу своими улицами и площадями. Поклоняйся городу доброй погодой. Поклоняйся городу своими произведениями рук. Поклоняйся городу своими достижениями Господу. Царю славы, поклоняйся Петербург, поклоняйся страна вместе с городом нашим, ибо Бог наш грядет во славе, мышцы Его як тело. Слава тебе, Господь! Ты был, ты есть и ты грядешь. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Мы тебе поклоняемся сердцами своими. Боже, пусть ангелы сейчас присоединятся к этой песне. О, май глори камара верта сатери кайса. Jesus. Господь предлагает сейчас положить руку на то место, которое болит. И просто провозгласить: мой Бог святой и верный. И потому болезнь убирается с моей дороги. Мой Бог святой и верный. И тело мое — это храм живущего в нем Святого Духа. Дух, который во мне, и Дух, который от престола благодати приходит сейчас на это место, соединяется с Духом внутри меня, и болезнь оставляет мое тело, и основание болезни разрушается, и мои кости расцветают, как молодая зелень. Мои глаза —
видит, как у молодого орла. Мои ноги становятся ногами оленя, и на высоты мои поднимают меня. Мое сердце бьется в ритме божественной программы. И я живу полноту дней на этой земле. Моя эндокринная система получает свежее подкрепление. Иммунитет в моем теле поднимается и растет. Мои уши вам надлежит слышать внятно голос Бога живого и то слово, которое Бог говорит ко мне. И мое сердце открывается для принятия этого семени божественного слова. Враг не может его похитить, не может его повредить и не может помешать мне принимать Божье послание каждой клеткой моей личности. Мой дух, будь на связи с небом. Моя душа, будь подчинена духу. Мое тело, будь здоровым и целостным. Я освобождаю тебя от стрессов, от печали, от чужого груза, от негативных слов и их последствий. И принимаю обновленную юность орла. И Божий ветер под мои крылья. И я стряхиваю всякую болезнь с моего тела, как пыль, как грязь, как листья, которые опали. Слава тебе, Господь, что ты святой, и ты бодрствуешь над своим словом, чтобы в точности его исполнить. И ты сказал: будет вам, как вы скажете. О! Слава тебе, Господь! Слава тебе, верный! О, Боже, мы принимаем 100% здравие! Все творение, о, Боже, слава тебе! Тебя, царя царей! Все творение тебя поклоняется! Ты Бог души моей, тебе поклоняйся! Святой! Святой, святой, святой! Господь Бог всемогущий, кто был, кто есть и кто грядет. Все творение славит тебя, царя царей. Ты Бог души моей, тебе поклоняюсь. Господь, мы поклоняемся всем, что имеем. Своим духом и душой и телом мы поклоняемся Тебе. На этом месте мы славословим Тебя. Мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы почитаем Тебя. Почитаем Богом, Царем, Отцом, женихом души, начальником веры и времени, начальником жизни и начальником над всеми обстоятельствами. Мы Тебя таким знаем. Мы пред таким Богом преклонили свои сердца и благодарим Тебя за то, что Ты не молчащий Бог. Благодарим Тебя, что Ты и сегодня говоришь к нам. Пусть раздвигаются порталы над нашей головой. И я благодарю Тебя, Боже, что звук шафара — это для нас всегда голос Твоего присутствия среди нас. Я благословляю, чтобы этот звук, он никогда не умолкал. Даже тогда, когда мы молчим, пусть шафар звучит. Пусть шафар звучит. Это наш голос молитвы к Тебе. Это голос города к Тебе. Это голос страны к Тебе. Это голос церкви к Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, что в имени Твоем для нас открываются горизонты. Если стоит стена сейчас перед Твоими глазами, скажи: Господь,
Дай мне инструмент, которым я могу убрать эту стену. И Господь что-то даст в твои руки или покажет перед твоими глазами, то имей в виду, это может быть далеко не молот, а это может быть шофар. Если у тебя нет шофара, у тебя есть голос. И ты можешь голосом своим прокричать на эту стену: «Уйди с моей дороги!» Потому что на самом деле то, что делает Бог сегодня, Он раздвигает наши границы. Он переводит нас на новый уровень. Он повел уже нас в другое измерение, друзья. Поэтому мы дошли до каких-то определенных границ. И эти границы, они не всегда выглядят просто горизонтом. Они могут выглядеть стеной, крепостью, оврагом, колодцем, что бы это ни было. Если ты видишь, что твое пространство, оно замкнутое, посмотри наверх и скажи: «Господь, вытащи меня отсюда. Я не хочу оставаться в колодце, в котором уже нет воды. Мне необходимо подняться на ту высоту, где обитает твой дух и где происходит соединение с тобой. Именно там орлы становятся плодоносными, на высотах». Боже, я благословляю сейчас каждого человека этой способностью воспарить из любой ямы. О, Боже, горизонты, открывайтесь, горизонты, потому что нам надлежит осваивать новые территории, нам надлежит забирать у врага то, что он когда-то отобрал. Во имя Иисуса Христа, но мы туда направляемся, в Божье всеоружие, мы туда направляемся со властью нашего Отца. О, Господь, слава Тебе, родной, мы сейчас это утверждаем, что мы не просто ходим по этой земле, а мы забираем ее для Тебя. И куда доходят волны эфира, туда доходит слава Твоя, туда доходит святость Твоя, туда доходит природа неба. Слава Тебе, Господь! Возвращайся, ибо Дух и Невеста говорят: гряди, гряди, любимый. Все творение славы Тебя, царя царя. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, что даже тогда, когда наши уста закрываются, наше сердце продолжает с тобой говорить, продолжает тебе поклоняться, продолжает выражать тебе свою признательность, свою любовь. Господь, и пусть верность будет нашей одеждой, как праведность, соединенная в этих украшениях. Пусть согласием украсится твой народ. Я высвобождаю сейчас силу на согласие, силу Твоей благодати на согласие с Твоей волей, на согласие друг с другом идти на высокие цели. Благодарю Тебя, Господь, пусть Дух единства почиет на сердцах. Пусть радость будет совершенной в народе, потому что радость пред Господом — это наше подкрепление. И мы здесь для того, чтобы радоваться пред Тобою, Боже. Мы здесь для того, чтобы ликовать перед Тобой и танцевать.
Мы здесь для того, чтобы Тебя слушать и слышать. Мы здесь для того, чтобы принимать решения, после которых наша жизнь не останется прежней. И пусть эти решения созревают при Твоем совете, Господи, при Твоей мудрости. Мудрость, будь советницей каждому из нас, чтобы мы избирали путь, по которому идти. Ты сказал, вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому идти. Око мое над тобою. Ты можешь сказать, Господь, око твое лично надо мной. Око твое надзирает надо мной каждый день и каждую ночь, каждое мгновение моей жизни. Очи Господа, обозревая лицо земли, видят тех, чье сердце вполне Ему предано. Господь, осматривай сердца. Прости, где преданность пошатнулась. Прости, где она была подменена на оправдание. Но сейчас поправь ее. Поправь, Господи, чтобы сердца были вполне Тебе преданы. Вполне Тебе преданы, Господи. Чтобы мнение людей нас не смущало. Чтобы мамона нам не угрожала. Чтобы будущие события нас не пугали. Потому что Ты Альфа и Ты Омега. И Ты сказал, так говорит Аминь. Свидетель верный, от начала сущий. Поэтому Ты, Господь, в этом послании к Лаодикийской церкви сказал, что Ты Аминь. Ты возвращаешься. За Тобой последнее слово. И мы в это имя Твое включаем свою судьбу. И говорим, наш финиш в имени Твоем. Аминь. 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 Вот там наш финиш. Он в Твоих руках. Вот там наша плодоносность. Там наша безопасность. Там наша целостность. Там ангелы Твои вознесут нас от земли. Слава Тебе за это, Боже. Слава Тебе за это, Боже. О, мы благодарим Тебя. Поклоняемся Тебе, любимый. Поклоняемся Тебе с неба жителями. Жителями земли. О, Отец, слава Тебе. Слава Тебе, любимый. Эй, Глори Камера Фрадес. О, Блессен Гудала Фрада Редес Седа. Джизус. Твое имя величественно по всей земле. Твое имя славно. О, хвала Тебе. Будь этим Богом до конца. Дыхание на земле. Боже, спасибо Тебе, родной. Я вручаю Тебе это служение во всех его частях, во всех деталях, во всех процессах. Я прошу Тебя, разговаривай сейчас с каждым человеком и дай каждому присутствие Твое переживать. От Твоего присутствия горы начинают таять, а холмы рукоплескать, кривизны исправляются, неровные пути становятся гладкими, долины наполняются видением. И всякая плоть тогда узрит Твое спасение. Я благодарю Тебя за это, Господи, что сегодня Ты творишь с нами эту преображающую работу. И пусть это преображение произойдет так ярко и внятно, чтобы люди, которые встречаются с нами на работах, в транспорте, на улице, на учебе, могли, глядя на нас, говорить, что с Тобой произошло. Кто ты такой? Чей ты сын? Чья ты дочь? Где ты был? Что у тебя в глазах? Друзья мои, пусть Иисус выглядывает из наших глаз. Пусть Его свет струится из наших глаз. Пусть Он живет в нашем сердце 100%. И пусть Он оттуда творит свою волю.